Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала, я с вами Марина. Сегодня я пеку хлеб, хлебопечки своей Redmond, дарнинский хлеб с мином. Уже у меня там, смотрите, поднялся хлебушек, печется. Рецепт пятый. Так, здесь осталось 36 минут. Да, вот 35 минут осталось. Пятая программа. Вот она. Вот это пятая. Что-то. Вот, ну-ка. Вот. Пятая программа. Вот она. Угу. Печка Redmond. Сейчас покажу. Вот рецепты здесь. Дарницкий хлеб с тмином. Так, и порядок приготовления. Вместо сухих дрожжей я положила сырые. Я пользуюсь только сырыми дрожжами. Это рецепт 41 и программа 5 печки. В тот раз мне сказали, что у меня провисла середка, типа я много воды налила. Я делаю все по рецепту. В тот раз у меня хлеб поднялся вот до этого окошка, вот до этого. Здесь даже я показывала же. И он вот так вот поднялся, и он поэтому так получилось. Не углядела. Надо было глядеть, переключиться на другую программу, чтобы хлеб так сильно не поднимался. Или раньше включить, переключиться, или раньше включить выпечку. Расстойка, значит, у меня была для того, чтобы рассчитана была на сухие дрожжи, а у меня сырые были, и быстро подошла. Все зависит от качества дрожжей. И поэтому вот она до окошка дошла и расплылась. А сейчас вот все нормально, видите? Все отлично. Все делаю по рецепту, потому что если отклонишься от рецепта, или плюс, или минус, то уже хлеб не получится. При выпекании нельзя открывать ни в коем случае, потому что осядет хлеб. Я никогда не открываю, пока не закончится выпечка. Итак, здесь у меня 25 программ. Пятое я писала, вот мультипекарь. Эта программа здесь задается. Вы сами задаете программу. Расстойка, замес. Все, сколько вам надо, сколько считаете вы нужным для хлеба, для выпечки, вы задаете, нажимаете вот на эти все там кнопочки, вот, и все. Это хорошая программа, мне она нравится, 25-я. Я на ней много пекла. Сейчас я вот захотелось мне попробовать вот все эти программы. Итак, осталось у нас 32 минуты. Будем ждать. Хлеб будет готов. Дает сигнал, что хлеб выпекся. Выпечка готова. Сигнал такой мощный. Выпечка готова. Можно забирать. Но подогрев идет еще печки после. Но я никогда не делаю подогрев, потому что очень будут такие корочки подгорают даже. Очень. Я этого не делаю, потому что печет отлично печка моя. Итак, хлеб испекся, сигнал прошел. Сейчас идет подогрев.
Вот видите, там это подогрев. Вот он, хлебушек. Ой, а как пахнет. Сейчас мы с вами вытащим, проверим. Ой. Так. Так, у меня специальная варежка такая. Берем специальной варежкой. Ой, господи. Вот так. Против часовой поднимаем и вытаскиваем. Хлебушек какой. Сейчас я вытащу аккуратно. Я не взяла треногу. А сейчас покажу вам палочку, чтобы проверить хлеб. Беру тросточку такую тоненькую. Смотрите. Видите, сухая. Сухая. Хлеб испекся. Так, а сейчас пойдемте программу я отключу. Программу отключила. Видите, там все. Выпечка закончилась. Горячая, остывает. Сейчас пойду выключу из сети. Вот такой хлебушек у меня получился. Смотрите, какой. Дарнинский хлебушек. Горячий. Сейчас я его накрою полотенцем до полного остывания. И только тогда, когда остынет, будем резать. Горячий не режем. Так, и вот смотрите. Видите, как хорошо. Здесь сейчас остынет и промоем. Горячий тоже ведро никогда не мою. До полного остывания ведра. Только тогда начинаем мыть. Потому что антипригарные покрытия нельзя так делать, горячим мыть. Итак, накрываю. Под хлеб поставила решетку. Видите, специально, чтобы снизу он быстрее остывал и не скапливалась влага. Так надо делать всегда. Влага не будет скапливаться, и он быстрее остынет. Ждем, пока остынет. Итак, хлебушек остыл. Мне нужен хлеб черный. Хочу кушать. Будем резать его. Дарнинский хлеб. Вот такой, смотрите. Такой плотный. Видите, какой хлебушек. Он еще тепловатый. Теплый еще. Не до конца остыл. Обычно не режут хлеб, пока до конца не остыл. Но мне хлеб нужен сейчас. Поэтому я отрезала. Вот такой хлебушек. Видите? Отличный запах. Ой, не могу. Не передать словами. Сейчас попробую на вкус. И тмин. Прям вот вкусно, вкусно. Тмин. Такой запах тмина. Ой, какая вкуснота. Мне нравится. Извините, что я разговариваю и ем. Но действительно, хлеб очень вкусный. Тмином такие нотки тмина. Обалденный. Наверное, я и буду такой делать. Мне вот этот хлеб понравился. Добавлять тмин. Хотя мне и кориандр есть. Сама насеяла, наготовила. С тмином вообще обалдеть. Так что всем советую. Рецепт отличный. Мне понравился.
Вот он, Тмин. Все, пока-пока. Желаю всем здоровья. Желаю всем здоровья и самого-самого хорошего всего.